Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Сегодня я выбираю быть счастливой. Вот говорим один раз, и вы посмотрите, что сегодня вас будет переполнять волна счастья. Ну а теперь уникальное послание на 30 ноября. Доверие к своим ощущениям. Если в последнее время вы явно ощущали повторяющиеся чувства касательно какой-либо ситуации, то стоит прислушаться поближе. Избавьтесь от привычки обесценивать свои ощущения и перекрывать голос интуиции, который дает вам возможность увидеть истинную суть вещей и принять верное решение. Ангелы хотят, чтобы вы доверяли себе больше, чем кому-либо, и не сомневались в силе голоса своего сердца. Повторяющиеся ощущения будут появляться снова и усиливаться с каждым разом, пока вы их игнорируете. Только лишь для того, чтобы вы обратили на них внимание и сделали правильный выбор. И в течение всего дня обязательно проговариваем такие слова. Сегодня день я воспринимаю как возможность что-то изменить к лучшему. Вот говорим 7 раз, и вы посмотрите, что вы обязательно все измените только к лучшему.